ООП «Украина» подписалась под реализацию этих проектов. Это как перелет итальянцев, это как господин Лысюк скажет, это очень серьезно, впервые в Украине такой объем, по такому объему, по такому сценарию авиационное мероприятие, которое планируется в городе Ужгороде. Кроме всего прочего, я хочу донести до всех возможную причину, ну, то есть действие, в котором мы приняли участие, это ООП «Украина» в рамках приграничного обмена или развития приграничного, приграничной авиации, приватной, приняла участие в тендере, не как тендере, подала заявку на, в Евросоюзе с польскими коллегами и партнерами для получения финансов для развития приграничного приграничной авиации частной. Ну, может, чтобы сразу не говорили, что деньги получит не ООП «Украина», а то сразу так вот. То есть денег не будет. Я хочу сказать. Понятно, что ООП «Украина» будет рекомендовать, кому эти деньги, какому из аэродромчиков выделить. Мы ООП «Украина» подала документы. Я хочу так сказать, что есть аэроклуб один частный на Западной Украине, которого, к сожалению, сейчас человека здесь нет. Да, он как бы там, ну, имеет частный, как бы недавно его сделал. Он только недавно купил себе самолет. И как бы он не бедный человек, как бизнесмен, но тем не менее мы рекомендовали, подали его документы в общем пакете документов на развитие аэроклуба, чтобы поддержал Евросоюз. То есть таким образом выступила ООП. На самом деле это огромнейшая ответственность. Я к этой теме шел 4 года. Для того, чтобы сделать то же самое, похожие аэродромы, как мы были в Еленигуре, где я рассказывал вчера, что про землю нельзя закрутить в грунтовом аэродроме, потому что твердость грунта на уровне твердости бетона, как бильярдный стол, закатанный виброкатками. И виброкаток, который стоит серьезных денег, не катают раз в сезон, они катают раз в неделю. Аэродром как бильярдный стол. И все постройки, все сделано за европейские деньги. Только чтобы люди начали летать. Та же самая цель и мысли были у меня. Есть зона, она сейчас определена Западной Украиной. Первая зона это Луцкая, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая область. Вторая зона Ровенская, первая значимость, Ужгородская. А вторая значимость Ровенская, Хмельницкая область. Это вот, это часть. И ООП выступила с этой стороны, чтобы там принять участие в этом мероприятии, серьезно. 4 года я к этому шел, я молчал, тихонько никому не сказал. Я когда об этом сказал одному из людей, которых очень явно выступает, говорю, может удастся получить как-то таким образом, чтобы оба приняла участие в этом деле, чтобы, может быть, идет разговор о больших деньгах, то начали сразу оппоненты говорить, что я эти деньги украл. И денег на счету никогда не было, мы еще нет результата, он может только появиться весной. То есть я просто сразу говорю, что я начал... А ты кому ты продал деньги-то? Друзья, если я их получу, я поделюсь со всеми. Поэтому, если говорить серьезно, я говорю сейчас очень серьезно, я прошу дать возможность мне завершить, значит, дело, да, если сообщество посчитает возможным, закончить это мероприятие, а через год я готов отчитаться. Я чувствую в себе пока силы еще несколько лет интенсивно работать. Тем более сейчас открываются очень серьезные перспективы в госавиаслужбе в плане серьезной структуры, как Дорача-Рада, ее работа. И я включен в состав этой Дорача-Рады. Поэтому я хочу сказать, что, еще раз повторюсь, прошу общее собрание сроком на 1 год, как Константин подсказал, проголосовали, продлить полномочия президента ассоциации. Спасибо. Лучше никого не называть, а проголосовать сразу. Нет, у меня есть слово. Прошу слово. Я одним предложением могу сказать. Вы знаете, Геннадий Николаевич, вам много чего наговорили сегодня, и прошедшие вот эти ближние 2-3 месяца, вы наслушались также очень много всего. Вот сами в эту ситуацию загнали организацию, будьте любезны, наладите ее с этого пикета. Спасибо. Есть предложение еще? Есть. Да, пожалуйста. Я считаю, что выборы президента и председателя Совета РЦОП – это именно тот вопрос, который разделил вот
компанию. Назовем так. Если мы сейчас выберем Геннадия Казанова президентом АОКа, то не вижу другого пути разрешения этого конфликта, кроме как через суд. Это, я так понимаю, годы, ну год, там, два года, годы, короче, решение этой проблемы. На мой взгляд, если бы я видел, что моя кандидатура разделяет пилотов Украины на две половины, я бы взял просто санаторий. Ведь именно же этот вопрос нас разделил. Никакой нет, другой. Нет, я рассказываю свою точку зрения. Я вижу это так. То есть не какие-то идейные вопросы. Кто-то за коммунизм, а кто-то за капитализм. Да, сейчас мы делимся на компании, кто бы с одной стороны баррикад, кто бы с другой. Рядовым пилотам, по большому счету, достаточно все равно, кто будет руководить. Была бы работа. Так вот, какой мы работаем? Я не член ассоциации, я пилот. Какой бы я работа хотел от организации? Я хотел бы, понятно, что и Яковлев докладывал о своих там новых законах, которые они вводят. И Гена здесь докладывает о достижениях, которые были сделаны за 3 года. Но для меня, как для пилота, есть гораздо более важные вопросы. Ночной рейтинг – это, конечно, хорошо. Это приятно, что есть такая возможность и так далее. Но для меня, может быть, для кого-то по-другому, для меня большее значение имеет регистрация воздушных судей, упрощение процедуры регистрации. Для меня большее значение имеет полеты без заявок. Надо добить этот вопрос, до конца довести его. Для меня большее значение имеет получение продления летной годности. Продление пилотских удостоверений. Почему мы читаем на форумах, что за границей зашел к медику, за 20 минут и прошел? А почему у нас это целая эпопея там на 2 дня? Я рассказываю, эту точку зрения. Я не имею права голосовать, я не имею предлагать там кандидатуры. Я рассказываю свою точку зрения. Так вот я рассказываю, что если мы сейчас это сделаем, если даже не я, а члены, которые это сделают, то дальше мы заходим в тупик. Дальше будут суды. Те со своей стороны правы, вы со своей стороны правы. Это тупик. Как это вопрос решить? Я предложил выход из положения. Ну это не будет. Разрешите. Я еще не закончил. Какой же должен в моем, я как пилот, какого я вижу президента, председателя совета, какой должен быть этот человек? Во-первых, это должен быть человек, который способен объединить вокруг себя, ну, по крайней мере, большинство пилотов. Не какую-то одну половину, вторую половину, а большинство пилотов. Мне кажется, что это должен быть, ну, я сразу говорю, у нас с Геной прекрасные отношения, я считаю Гена своим другом. И я неоднократно говорил Гене это и на страницах форума, и в глаза говорю свое мнение. Я просто повторяю для всех. Этот человек не должен быть в оппозиции к существующей администрационной власти. Уже вот эта борьба с администрацией, она ничего не привела. А кто с ней боролся? Я считаю, что я от Яковлева, по крайней мере, на страницах форума, я увидел какую-то программу. Она амбициозная программа, она там за год она точно не решится. Но от Геннадия Казана, это же только один пункт программы. Давайте поменяем нашу администрацию. В лице там... Все значение не высказывали. Пока об этом не говорим. Я вру, сам говорю, сказать, не было такого, так сказать. Я придумал. На мой взгляд, этот человек, повторюсь, первое, он не должен быть в оппозиции к существующей администрации. Так он в Раде, второе, в департаменте, официальным приказом. Олег, будет время, возьмешь слово, скажешь. Второе, он, на мой взгляд, это должна быть его профессиональная деятельность. Если я строитель, у меня есть деньги, зарабатываю строительство. Мне смысл понятен. Очень мало будет. Ограниченное время выступления, сжато будет. Более сжато. Понятно. Третье. На мой взгляд, он должен проживать где-то возле Киева. Если из Харькова будет тяжело ездить в Киев, какие-то вопросы. А именно же этого мы хотим. Вот, собственно.
Все. Кого вы видите президентом ассоциации? Кого вы видите? Ваше предложение. Если бы я имел возможность предлагать кандидатуру. Ну кто, пожалуйста. И голосовать за нее. Я предложил бы Яковлева. Понятно. Но голосовать вы не можете, потому что вы не член АОП. Не действительный член АОП. Я не могу предложить Яковлева, потому что он не член этой АОП. Вопрос не в том, это АОП или другая. Есть правила, есть закон. Закон этот прописан в уставе. И я об этом точно так же рассказывал и говорил Юре Яковлеву. Юра, есть устав. В нем прописано, что членом АОП может быть человек. Первое, второе, третье, четвертый пункт. Уже устав говорит. Там прописано. Пожалуйста, никто не мешает. Что вам необходимо для того, чтобы быть членом, действительным членом АОП? Заплатить взносы, иметь пилотское и совладельцем либо владельцем воздушного судна и написать заявление с двумя рекомендациями. Пожалуйста. И все. Я же не говорил о том, что... Вы этого не делаете, а говорите все равно, если бы мне дали возможность голосовать. Ну кто вам запрещает? А, я лично? Да, лично. Да, лично, лично. Лично я не вступаю в эту организацию, потому что я не хочу поддержать какую-то ее одну половину. То есть, точно так же. Вы не написал заявление, когда мне продавали его делать. Смотрите, вы не вступаете в эту организацию. После того, когда она объединится. И человек, который ее объединит. Вы готовы ее объединить? Я считаю, что при всем моем уважении, Геннадий Казанов, это не тот человек. Извините, я хочу логики в словах. Вы говорите о том, я вижу, да. Вы говорите о том, что произошел раскол. На вершине одного раскола стоит Яковлев, на вершине другого раскола стоит Хазар. Да. Верно? И одному из них вы предлагаете уйти. Причем вы предлагаете уйти Хазану. Ну как? Но вы же говорите, если мы разъединяем, то нужна третья сила, которая бы не та, не та была. Я такого не говорю. В самом начале. Я бы взял самоотвод. Яковлев взял самоотвод. Не предлагал. А почему Яковлев не взял самоотвод? Это вопрос не был. Верно. Вы задаете вопрос Хазану, потому что он здесь присутствует. Я лично Юру Яковлева крайний раз приглашал позавчера, разговаривал с ним больше часа. Мудрый человек. Приедь, даже если ты не можешь голосовать, посиди, послушай и выскажи свою точку зрения. Задай вопросы человеку, которому ты все время задаешь через опосредованно. Никто же не мешает. Ведь вам возможность это высказать тоже дают. Я приехал. Верно. Я согласен с тем, что раскол произошел в большей степени на личностной платформе. Значит, обе головы долой. Разумное предложение. Верно? Разумно. Поэтому предложение такое. Нам нужно постараться объединить не вокруг Яковлева и вокруг Казана. Нам нужно объединиться в организацию с единой целью и желанием. Ибо декларируя «хочу, чтобы мне показали», нужно еще это подтверждать, имею право на то, чтобы мне показали. Я совсем согласен. Давайте сделаем. Давайте это сделаем. Мы тоже будем делать за самоотводы. Ты сразу и я. После этого сделаем собрание и выберем единого председателя. Вы выслушали. При всем том, что мы можем насоветовать, решать будет собрание. Да. Понимаете, да? Да. Ваше предложение, вы предлагаете взять Казану самоотвод. Но голосовали уже, его вы избрали в совет. Из состава совета 5 человек. Кого вы видите президентом? Сейчас здесь. У нас 5 человек. Добейте, пожалуйста, дайте услышать ответ от человека. Я не предлагаю из существующих кандидатур ни одного человека. Я буду их предлагать в качестве председателя до тех пор, пока организация не объединится. Понятно. Позиция понятна. После этого будет новый совет. Понятно, позиция понятна. Да. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста. Я считаю себя полностью. Представьтесь, пожалуйста. Богач Алексей Анатольевич. Авторизированный член, который мне нравится. Я 2,5, почти 3 года занимаюсь большой авиацией, где-то занимался малым моделизмом и завоевался, был дважды чемпионом мира по любительному спорту.
член ФАІ 16 років. Исправно плачу взносы, покупаю марки, и мне это не сложно. 2.5 года я нахожусь в этом сообществе, меня видели в перелетах, обо мне знают, но никакой разъяснительной работы, никакого функционального набора, что должна делать опыт, что она может, мне не было доведено. И считаю это крайне неграмотной позицией и крайне неправильным подходом, потому что, наверное, у нас пилотов, которые умеют, могут и знают, как зарабатывать деньги и как вкладывать в эту организацию, в том числе, намного больше, чем сидит в этом зале. И не пользоваться этим ресурсом, наверное, крайне неграмотно. Следующее хочу сказать, что, наверное, было бы неправильно в этом зале и сейчас принимать четкое конкретное решение. Мое предложение, как не члена АОПа, я считаю, что коллегиальный орган всегда лучше и всегда правильно. Поэтому на этот год вы можете оставить управление под управлением совета. Под управлением кого? Совета. Кто будет руководить советом? Без президентства. Кто будет без руководить советом? Есть управляющий орган. Можно оставить это заседание открытым. Кто руководит советом? Реальный орган. Вот никто. Совет, никто. Все пятеро, все ставят 5 подписей, все пятеро отвечают равноценно. Кто соберет, совет? Почему? Почему? Смотрите, я вам предложу одним предложением, скажу. Вы знаете, в принципе, без руководителя, без... как он, Гордеев был, исполнительного директора. Без исполнительного директора организация совершенно спокойно может проработать, потому что пишется решение о передаче полномочий на одного из членов, этим полномочиями пользовался Геннадий Хазан, на него было решение прописано о том, что он, ему поручается вести деятельность, исполнять обязанности исполнительного директора, и он вел хозяйственную деятельность как глава совета. Логика есть в шагах, но это, понимаете, шаг. Я что, хозяйственная деятельность, подождите, президент, если это политическая и административная. Да. Между хозяйственной деятельностью и политической есть небольшая разница. Большая. Поэтому совет выступает. Смотрите, глава, без главы Верховной Рады, Рада не действует. Нет ее. В данной ситуации я на шаг вперед говорю. Почему на год? Потому что в течение года давайте все постараемся сделать так, чтобы у нас были действительные члены организации. Не две ООПы эфемерные, а действительные члены организации, которые поддерживают организацию не разговорами в кулуарах, в куринке и на форумах, которые поддерживают организацию финансово взносами, которые попадают на легальный счет, а не абстрактно в тумбочку. Я закончу. Которые документально подтвердили свое членство в этой организации, не абстрактно поговорили, а положили, как вы. Вы пришли, положили и ксерокопировали пилотство. Поэтому вы здесь. Как вы считаете, это правильно? Это абсолютно верно. Но... Просьба остановиться сейчас и сказать, ребята, давайте начнем с простого. С того простого, которое не вызывает сомнений. И когда мы в этом зале соберем всех тех, кто не вызывает сомнений, тогда мы будем обсуждать с ними то, куда и как идти АОПа Украины. Потому что зачастую с милым лицом, с замечательными улыбками делаются самые большие преступления в мире. Это Папа Танго, по-моему, да? На авиафоруме. Ну, кто-то там на авиафоруме. На авиафоруме говорятся простые и очень правильные лозунги. Делай, что должен, и будь, что будет. Простите, я 3 месяца делал то, что должен. Я читал устав и приложил усилия для того, чтобы этот устав был соблюден. Кто-нибудь из присутствующих хотя бы здесь может меня упрекнуть в том, что устав не был соблюден? В частности, например, вы. У меня просьба. Давайте остановимся. На сегодняшний момент тайм-аут.
Если нужно для этого сделать один год тайм-аут, мы мапы там. Тайм-аут один год. И пусть за один год оно образуется. Кто-то считает, что нужно судиться, нет проблем, пусть судятся. Если интерес судиться Казану, я не знаю. У него на сегодняшний день есть совет. Он член совета. Вопрос в том, что насколько теперь движение будет «я» заменено «мы», насколько будет толерантно отношение между теми и пилотами Украины общего назначения авиации, да? Насколько это называется быть дипломатичнее, толерантнее, насколько другая оппозиционная, либо инакомыслящая сторона тоже задуматься над тем, что выгонять с аэродрома человека за то, что он думает иначе, это не абсурдно, это просто аморально. Вот здесь у нас на аэродроме, здесь, на этом аэродроме, где и Александр Шкуль, он сейчас слово предоставит, надеюсь, что он тоже выступит, базируются тоже летчики, они сегодня летают, но их здесь нет. Почему? Большой вопрос. Почему? Я задаю вопрос и тут же знаю ответ. Потому что у них самолеты аэропрайм. У них самолеты аэропрайм. И люди, которые здесь на аэродроме базируются, они против голоса сказать не могут. Завтра Яковлев им сделает башка сектым, потому что продление, все остальное, проверки, это все аэропрайм. Ставить людей и оставлять их заложниками ситуации некорректно. Можно найти другой вариант. Проголосовать простым большинством. У нас стульев хватает. И места хватает. И прокормить мы можем не 50, а 100 человек. Приезжайте. И выскажите свою точку зрения. Только прежде всего, пожалуйста, документально подтвердите свое членство. Что вы имеете формальное право решать судьбу этой организации. Формально. Я очень неудобные слова говорю для людей, которые не присутствуют сегодня здесь, вот так скажем. Неудобные. Но простите, я так устроен. Справедливость, она одна. Нельзя несправедливо поступать. Все. Я услышал. Вы говорите мудрые вещи, но совет без головы не может быть. У нас сейчас избрано 5 человек. Кто из них может быть в совете председателя? Можно я дополню? Извините, можно? Да? Пожалуйста. Я хочу обратить внимание. Вы просто обратите пункт 6.8 устава, это про Божьего устава. Я не могу иметь, но про устава я начинаю. На сайте есть, вот это просто, пожалуйста. Может, все просто. Это лежит доступно на столе, это не проблема. Пункт 6.8 устава, здесь сказано, президент ассоциации, в том числе, еще представляет ассоциацию в взаимоотношениях с органами государственной власти, я перевожу на ходу, общественными организациями и международными неправительственными организациями. Человек обозначил конкретно, мне надо закончить работу. Если не выбрать вообще сегодня президента, это значит, ну, вы знаете, правительственные органы, там сидят чиновники, они буквоеды, они скажут, извините, вы можете делать что хотите, но к нам вы обращаться не можете, по одной причине у вас нет президента. Ну, и с другой стороны, письмо, департамент. Понимаете, то есть даже не будет, по сути, не будет человека, который может обратиться к государственным органам. Представлять интересы. И представлять ООП. Да, понятно. Пожалуйста. Я внимательно, я буквально... Одна минута. Да, полторы минуты. Леша, если ты мне говорю, можешь меня послушать? Я для тебя говорю тоже, Алексей, прошу прощения. И для тебя, Леша, я хочу сказать следующее, что есть интересный нюанс. Я знаю двух людей, я скажу слово «я», которые на себя брали ответственность при организации летной работы, особенно нашей авиации общего назначения. Один Хейсель, который идет через Израиль, а второй президент ООП Геннадий Хазан, который подписывал президент ООП Украины письма при организации массовых традиционных мероприятий, ставил свою подпись. В том числе уголовная ответственность. Известна ли третья фамилия в Украине, которая ставит такую, делает такие вещи? Это принципиальный вопрос. Это не полет вас. Я закончу.
Это принципиально. Что касается меня лично. Меня как личность, меня как гражданина Украины, меня как пилота, у которого есть свои профессиональные амбиции. Это не полет воскресного дня, это 10 самолетов летят, кто как хочет. Без разницы, без проверки и подготовки. Главное, мы собираемся здесь покушать гуцульских колбас. Право имеет каждый. Этот перелет называется «Перелет воскресного дня». Не обучающих функций для пилотов молодых там нет. Функции, повышающие профессиональные способности, возможности и прочее, отсутствуют. Вспомните это, пожалуйста, Алексей, вспомни, можно как ты, да? Вспомни, пожалуйста, перелет в Молдову. Что я сказал? Мы собираем молодые экипажи. В экипаже, в составе экипажа обязательно будут опытные пилоты. Для чего? Для того, чтобы молодых пилотов научить полетах в больших авиационных формациях, полеты на чужие аэродромы, процедур захода на международные аэропорты и прочее. Этим занимаются. Я закончу. Я хочу закончить вопрос. Этим занималась и занимается АОП. А теперь мы перейдем к личностям. На сегодняшний день на меня написано заявление в милицию, что я преступным шахрайским способом, бивший бумагу за допомогою сили, відібрав печатку и документы организации. Этим занимался, в том числе та фамилия, которую вы только что назвали. Я лично ни на кого на сегодняшний день не подал документы в суд, в милицию, в АБХСС, то есть, извините, УБОС. Мне в пятницу, когда я ехал в поезде, позвонили с работы и сказали, что на меня уже есть жалоба, написанная на начальника УДЭСа УБЭПа города Львова, и что я должен появиться в понедельник или во вторник на допрос. Кто является автором этих бумаг? Прошу прощения, скарб. Я, люди, которые сидят перед нами, вы. Это являются люди те, которые хотят любым способом завладеть вот этим и вот этим. Для чего? Потому что когда я нахожусь в госавиаадминистрации, или 25 числа, в мае месяце, я встал, представился и сказал главе Украэроруха, что ваша организация и госавиаадминистрация, лице представителя, нарушает гражданские права и конституционные права пилотов. Есть ли у вас пример, кто еще встал, может встать и сказать, что уважаемый господин такой, деятельность, возглавляемая вами организации, нарушает конституционные права? Я не задаю вам вопрос, мы сейчас не будем с вами дискутировать, я отвечаю на ваш вопрос. Я просто отвечаю. Я не задавал никакого вопроса. Давайте остановимся. Значит, на сегодняшний пожалуйста, я прошу прощения. Каждая сторона. Ваши 5 минут вашего выступления истекли, вы высадились. Минуту, можно? Ваши 5 минут высадились, секундочку. Вы все, что хотели, высадили. Одна минута, повторное выступление. Есть общественный интерес и есть бизнес-процесс. Не хотелось бы, чтобы в этом здании, в этом помещении подменялись одни понятия другими. Это раз. Второе. Только общественная организация может представлять интересы общества. Это второй тезис. Ну и крайний тезис. Однозначно, та личность, которая будет номером один, та, которая будет президентом, она обязана объединять и выполнять объединяющую функцию. Это третий тезис, без обсуждения. Я понял. Можно я? Одну секунду. Прошу прощения, просто... Необходимо ехать. Кому вы можете передать свои голоса? Константин, добираем. Нет возражений. Два голоса. Но собираю пачку, не надо разбегаться, подождите, может быть, нет, хорошо. Нет, не надо разбегаться, это объективно, мы после этого ждать. Да, за 500 километров под Киев, отца, понятно, дальше. До свидания, спасибо. Всего наилучшего, успеха в работе, и мое мнение по поводу этого дела, что нужно продлить полномочия действующего президента с тем, чтобы на следующее отчетное собрание собрать действительно всех, которые болеют этим вопросом, которые могут сделать в жизни. Лучше, а не бы чище. И тогда выбрать достойного человека, который будет представлять все, а не кто-то там будет. Спасибо.
Спасибо за внимание. Спасибо. Андрей Гнашук. Минута. Уже выступал. Это очень любимое называть крестовые походы. Были серьезные походы, там, речи и так далее. А были начали с напаса. Собирали действительно по сушку. Организатор на этом зарабатывал себе какие-то там дивиденды, зарабатывал деньги, кто-то что-то разделял. Они через 100 километров все эти пастушки перерезались, перебились и разбежались, но кто-то организовал крестовый поход. Значит, у Яковлева есть ассоциация с крестовой авиацией. Серьезная организация, часть общества. Легкие самолеты, ради бога. Он до сих пор не удосужился зарегистрировать ее в бизнесе. Уже сколько лет тянется. Ничего, палец о палец человек не сделал. И как ему позволять такое? Что, собрать, взять себе такого руководителя? Ну, значит, у нас тогда останется ровно три человека при таком руководителе. Я ему не верю, при том, что если бы он показал себя как талантливый организатор, объединитель общественности, не просто тех, кто, ты меня не поддерживаешь, все, пишешься на аэродрома, или тебе гайку не дам от своего самолета. Ну, это спекулировать так нельзя. Этому человеку я не верю. Но я, вот то, что касается Яковлева, я даю Андрей, вот, минута вышла. Ильич, повторное выступление, одна минута. Очень коротко, все правильно, нравится говорить. Но давайте менять, но менять сейчас ничего не меняется. Все равно нужно ждать год. Вступайте все в ООО, проблем никаких в этом нет. Меняйте, кого хотите, но за 2 месяца ничего не поменяется. Абсолютно да. Абсолютно верно. Ведь какие проблемы? Я понимаю. Мое мнение, одна моя минута. Я не зря высказался одним предложением. Сам натворил эту бодягу. Вот тебе время для того, чтобы это все исправить. Поменять. Чтобы переизбрать в конечном итоге, провести внеочередные выборы, достаточно по данному уставу. Более 50% голосов участников, либо более 50% членов Совета. Уж более чем сейчас демократично из сообщества, которое является действительными членами ООПа, придумать сложно. Никто не мешает сделать жизнь лучше. Самое интересное, лично тебе, мне, каждому из нас, это общественная работа. Много говорили, будьте любезны, и на эшафоте дают последний шанс, да, или там последнее что-то. Вот это можно и рассматривать Геннадию Эдуардовичу, как тот самый шанс, когда можно что-то исправить. Можно было исправлять. Ибо сегодня вот это все отрегулировано, оно совершенно спокойно могло перейти в другие руки. Я не говорю те руки, третьи, пятые, десятые. Но, не устраивая страусиных состязаний, впрятаний в песок, проводя открытую политику организации, ее членов. Не людей, которые интересуются авиацией или просто летчики. Замечательно. Я хочу быть просто пилотом на сегодняшний момент. Потому что то, как это происходит в стране, делается через жопу. Простите за каламбур. Но другого выражения найти нельзя. И эта ситуация в том числе лежит на плечах ответственности вот этих. Будьте любезны ее исправить. А я подумаю, вступить в эту организацию. Понятно? Да хочешь? Чтобы не делалось через жопу, вступайте в голову. Простите. Зацепился не за голову. Не будем протокол. Не мог не удержаться. Простите, я, Александр, я украл у вас 5 минут времени. Пожалуйста, выступление. Да я, в общем-то, услышал все, что я хотел сказать. Представьтесь, пожалуйста. Александр Шкурин, самая сверхлёгкая авиация. В книге Гиннесса занимаю место как самый тяжелый пилот, самая сверхлёгкая авиация. Да. Что я хотел бы тоже, я не член ООПа, но пилот зарегистрирован и имею. Так как, если услышать Константина Викторовича, то тоже являюсь заложником, поскольку я летаю на мотодельтаплане «Антарес». Это Воронин. Поэтому, ну, я не согласен с тем, что пилоты, которые летают на А-2,
22 они пришли сюда, потому что они летают. Это был ответ Сергея Аргея. Он сказал, я не могу принимать в этом участие, я не могу. Не, у нас фирма «Антарес» не влияет никаким образом. Мы не говорим, да. Мы не говорим вообще о... Я просто хотел сказать тоже, что я вот с уважаемым коллегой хотел бы согласиться. Может быть, есть возможность у юриста как-то поменять должность иначе там. Ну, пусть это будет председатель совета, или пусть это будет исполнительный директор. Из-за звания президент, ему некогда будет работать президентом, потому что это будет этот год пойдет, на суды и пересуды. Мы сейчас избираем, вы понимаете вопрос? Мы избираем, как мы не назовем, президент или председатель совета, по этому уставу, президент равно председатель совета, прописано. То есть президент является председателем совета. Статья, найдите номер статьи устава. Поэтому на следующий номер, следующие, точнее, выборы ревизионной комиссии и седьмое, восьмое, разное. В разном я намерен высказать свое мнение об изменении устава. То есть все можно исправить. Ребята, не нужно зацикливаться только на этом. 4 года это все вот так вот катилось. Ну, хочешь, ты же видишь, хочешь выйти вообще из опыта. Ты говоришь, я и так это делаю. И ты действительно, ты яркий пример этому, ты и так это делаешь. Да. И тебе не надо быть для этого опыта, потому что это твоя жизнь, это кусок твоей жизни, это кусок его жизни. Если можно как-то это назвать иначе, главное, чтобы он работал. А он сейчас не сможет работать, потому что смотри, это будет. Смотри. Вы же танки, танки и бляне. Еще минута? Еще минута выступления? Ну хорошо. Просто отлично. Я чувствую, как это все будет. Пожалуйста. Это будет сколки. Мы вопрос сейчас ставим на голосование. Все, кто хотели высказаться, высказали. Валентин, все, кто хотели высказаться, высказали. Значит, поступило одно предложение, точнее, одна кандидатура. Была поддержана Андреем Ташуком, насколько я понимаю. Оно, конечно, может быть не скромно, но я готов, было бы сказано не скромно, верно, но сложившаяся ситуация, готов снять шляпу перед его вот этим выходом. Для того, чтобы это сказать, тоже нужно иметь мужество, чтобы, зная, что это все позаплечное, и взять на себя, сказать, ну, не предложите меня или еще что-то, а сказать, я хотел бы попросить вас и хотел бы получить от вас вот он доверие. Алексей, я сегодня готов дать вот он доверие Геннадию. Не потому, что я то его не люблю или считаю его шарлатаном, как это он говорит, не я. Он сказал, вы меня считаете шарлатаном, потому что вы здесь проводите собрание. Нет, я этого не говорил и не говорю. Я говорю о том, что есть устав, я хочу действовать по уставу. Если я кому-то этим не нравлюсь, выгоните меня с аэродрома, как вы выгоняете там других людей, да? Я даю сейчас свою воду доверия, как действительный член КООПа, Геннадию Казахову. Сам натворил, сам исправляет. Не справишься. Авиационное сообщество не дураки. Образованные люди. Они даже знают, что такое айкон. Или скриншот. И многие другие слова. Мы нормальная, саморазвивающаяся, самообучающая общность людей. В конечном итоге. С этим нужно справляться. Давайте попробуем справиться. Никто не мешает в эту организацию вступить людям, которые хотят в ней что-то исправить. Вот и все. Вступить и исправить. Ставим вопрос на голосование. Кто за то, чтобы других кандидатур нет, кроме Яковлева, никто не прозвучал, простите, приехал на общее собрание. Не, он мог совершенно спокойно и сегодня утром бы стал членом организации и за него бы тоже голосовать.
Ребята, это демократия. Согласно уставу. По уставу, вот устав. По нему. Ребята, кто за то, чтобы председателем совета и президентом организации АОПА, ассоциации АОПА Украина, на один год был избран Геннадий Казан? Кто против? Воздержался? Воздержался один. Ну, Варя, тебя не с чем поздравлять. Я хочу сказать, коллеги, спасибо за доверие, чтобы объяснить свою позицию. Я, Леша, я скажу твой адрес тоже. Я судиться ни с кем не хочу. Хотя сейчас происходит очень серьезное нарушение. Тебя вынули. Остановитесь, просто. Не хочу, точно. Я и говорю, что существуют определенные вещи, которые недопустимы. Я судиться ни с кем не собираюсь. Я говорил людям, которые попытались меня в чем-то обвинить, не имея на то полномочий, сказать. Я говорю, если вы считаете, что я украл у вас деньги, я совершил преступление или иные другие вещи, вы, как гражданин Украины, имеете право и возможность эти вопросы со мной решить. Если это правоохранительные органы, подайте на меня в суд. Допустим, пусть суд, прокуратура, следователи в открытом уголовном деле там и прочее, по факту, против меня конкретно, докажут мне в том, что я что-то украл. А если они не докажут, я все это слышал, это дело не имеет никакого отношения. Хорошо. Выступление закончено. Я в двух словах просто скажу. Надеюсь, мы остались друзьями. Это, ребята, это общественная работа. Ну что вы, порядка. Ну хороший. Ребята, мы подошли к выборы ревизионной комиссии. Откровенно говоря, на ревизионную комиссию возлагается большая задача. Ну, как минимум, желательно, чтобы это было два человека. Единственное, что член ревизионной комиссии не может быть в составе совета ассоциации, так как будет проверять ее работу. Прошу вас, кандидатуры в состав ревизионной комиссии. Ее не было, насколько я понимаю, до этого. Она не избирала. Предлагаю, поскольку глава еще не подал заявление, предложить ему ревизионную комиссию. Я выйду. Это будет неправильно. Я не хочу обманывать. Сегодня на стол заведенный совет будет рассматривать. Здесь достаточно много достойных людей, которые могут этим заняться. Ну в чем проблема? Совета не было никаких предложений. Совет. Можно предварить? Значит. Два человека, которые могли бы это делать. Вот один из них я могу предложить, это Сергей Назаров, например, или тот же Ковач, да? Человек с образованием и умеющий это делать, у него был отход по поводу совета, но от ревизионной комиссии он может и не отвертеться. Там не нужно голосовать. И действительно член может выступать в качестве ревизионной комиссии. То есть Владимир Коллективович предложит, да, действительно член. Два человека. Нормально. Достаточно два человека. Прошу Коваль, Владимир. Выношу вопрос на голосование. Есть ли другие кандидатуры в состав ревизионной комиссии? Минуточку, полставлю, три человека. Еще раз? Три человека. Три человека? Вы меня извините, но я давно на вас смотрю. Ибо мудрость ваша в любом случае многого стоит. Прошу вас согласиться с тем, чтобы работать в составе ревизионной комиссии. Один год.
Один год. Ну, по-отечески проще. Я же понимаю. Как говорил Владимир Высоцкий, положение мое есть чудак, трава начала. Итого, у нас три кандидатуры. Я предлагаю проголосовать за ревизионную комиссию списком. Нет возражений? Нет. Кто за то, чтобы проголосовать списком в состав ревизионной комиссии в составе трех человек, прошу проголосовать. Кто за? Против? Воздержавшихся? Нет, единогласно. Кто за то, чтобы в состав ревизионной комиссии вошли Балецкий Бронислав Ильич? Бронислав, потому что. И Александр и Владимир Пол. В составе своей ревизионной комиссии вы изберете председателя. Кто за то, чтобы эти три человека вошли в состав ревизионной комиссии, прошу проголосовать. Прошу пустить. Кто за, против, воздержался один. Поздравляю. И следующий вопрос. Утверждение плана работы ассоциации на 2012 год. Ну, это самый интересный вопрос, на самом деле, его оставили на закуску. Именно умышленно, потому что есть о чем рассказать и есть чем поделиться. Слово для выступления предоставляется... Да, а почему? Громкое дело. 5 минут. В виде искривителя. Значит, долго мысль такая была давно, но родилась она в этом году. Значит, сам один из крупнейших байкерских слетов на Украине проходит международный. Куда приезжает Европа очень много, это Ужгород. Тогда придет при поддержке мэра, губернатора, нормально. Значит, туда съезжается от 1000 до 2000 байков. Значит, в этом году с ними проведены переговоры, прошлый очень за, в прошлом году. Значит, что предлагается? И уже как бы первые работы сделали. Вместе с ними провезли авиабайк, что авиабайк выстревает. Значит, сделана такая первичная презентация, у нас только для пилотов. Ну, мы сделали для иностранных пилотов. И если русские языки, кому интересно, можно посмотреть. Смысл в чем? Байкеры будут проводить свой фестиваль, мы как бы приношу на страны иностранцы, наших всех будут прилетать. Как там будут произвести сам байкер? Такого еще не было дел, как совместно. Делается подобная вещь в Европе. Но там делается в байкерске на военном аэродроме. А здесь совместно. То есть здесь придумана уже теоретически совместная программа, как это будет все происходить. Подписаны договора первичные, сделаны, Геннадий Эдуардович подписывает договор с аэропортом. Целая гостиница выделяется под пилотов. Стоимость на все минимальная. Сам процесс, кому интересно, можете эту презентацию просмотреть в словах. На столе его ставят? Да. Завтрашнего дня, со второй половины завтрашнего дня на официальном сайте ОПУ, я дал просто слово. Да, я это уже... Да, я просто не имел права выкладывать раньше. Да. По договору с президентом мировой ОПУ я обратился, чтобы это было широкое глазки. Ну, он говорит, у вас должно появиться на вашем официальном сайте. Мы договорились, что 16 числа, то есть завтра, до конца рабочего дня, эта презентация появляется в трех языках, в русском, немецком и английском. Появляется на официальном сайте ОПУ и уже подано до 40 заявок в Швейцарии, Англия, поляков, которые хотят быть. Нужно полить туда? Нужно. Коллеги, и просьба ко всем. Они нас убить будут там? Это байкеры все-таки крутые. Значит, я хочу сказать, что никто, не они нас будут любить. Байкеры крутые. Значит, я хочу сказать, байкерши нас любят. Как отличается свои байкеры? Если серьезно, чем, почему это, мы такое решение приняли, и к нему очень шли, непростая дорога была. Это самый ближайший аэродром, находящийся границей. У людей есть самое удаление следующего международного аэропорта со стороны Словакии 75 километров. Это позволит людям заправляться со стороны Словакии, летать, выполнять полеты по Украине, возвращаться. То есть это впервые возможность, как можно больше попытка притянуть иностранных пилотов на территорию Украины. На самом деле один из имейлов, который был, вы должны понимать, Украина для нас это рынок. Да. Для нас, для всех.
но мы очень хотим туда прилететь. Это первая возможность серьезная. Это большое количество людей. А будет предохранение Петербанга? Все, наверное. В аэропорту. В аэропорту. Но туда ответа нет. Ну, тут договоримся. Только предупредить надо. То есть, вопросы, просьба ко всем. Первое, подумать, нужны будут спонсоры, в любом случае, для наших гостей, для того, чтобы хоть кто-то, то есть наших прилетевшихся, чтобы можно было там 10 литров бензина бесплатно, 20, да, 30, не знаю. Ну, мы просто мы сейчас ищем, хотим, чтобы отдельная тема, пожалуйста. Это для сменного опыта. Мы сейчас, извините, господа, ваши 5 минут истекли, а вы, пожалуйста, присядьте, господин. Я прощаю. Секундочку. Вы озвучиваете мероприятие. В рамках подготовки к этому мероприятию мы будем разговаривать отдельно. Есть еще три мероприятия, которые в этом году будут проводиться. Так или нет? Ну, пожалуйста, по 5 минут выступления. Уложусь в 1 минуту. 7-9 сентября мы планируем провести второй авиафестиваль в городе Одессе. Надеемся его провести лучше, чем тот фестиваль, который проводили в августе месяце. Надеюсь, что будет более широкое участие местных одесских пилотов. И более широко удастся привлечь иностранных пилотов, чтобы они посмотрели на то, как мы это безобразие у себя здесь творим. Точка. Отдельная подготовка, отдельная тема. Кто еще? Почему эти города не используют? Допустим, третьего, четвертого? Александр, как показывает практика, совмещать два мероприятия приводит к... Повторяю. Потеря интереса происходит по одной простой причине. И плюс к тому, у меня 7 сентября день рождения. Я могу свои 50 лет отметить так, как я хочу. Увидеть людей, которых я хочу увидеть. Я говорю о своем дне рождения. Хорошо. Мы хотим на нашем дне рождения. Коллеги, неужели вы не хотите Константину Абоеву сделать приятно? Ну, начало с другого. Ну, 7 числа, значит, 7 числа. Ну, хорошо. Что еще? Пожалуйста, в план работы еще одно мероприятие. Какие еще мероприятия? Что еще? Значит, я хочу коротко сказать анонс. Коллеги, мы с Валерой обсуждали тему, очень необходимо. Кто бы что ни говорил, к сожалению, есть пилоты, которые, пролетав всего 1.5 года, начинают всем говорить, что они уже все знают. Мы приняли такое решение, мы с Валерой очень много обсуждали, организовать перелет в рамках 4-5-6 аэропортов Украины для пилотов, которые сомневаются в том, что они знают все процедуры выполнения полета в международные аэропорты. Сделать перелет по аэропортам каким-то образом и сделать такой перелет. Если получится с европейской программой, если получается с европейской программой, будем организовывать полет для членов АОП в первую очередь, для других там во вторую, кто не член АОП, в Европе, по Европе с компенсацией, ну то есть при том, что там как планируется, что топливо будет оплачено, страховка будет оплачена, гостиница, транспорт, еда, командировочные расходы. Если это удастся совершить, если удастся это нам дело это вырвать, то будем организовывать перелет где-то 15-20 бортов экипажа, опять для выполнения полетов за пределами хорошего. Это как станет, станет известно. То есть на самом деле три мероприятия, мы к ним готовимся. Если есть предложение, всегда рады. Потому что на самом деле, я вам хочу сказать коротко, подготовка к полету в Молдову заняло 3 месяца. Есть, конечно, уникальные пилоты, которые нанимаются $100 в час, навигатора, которые потом пишут, что никаких проблем полетов там, в Европе нету. А когда готовится перелет, коллективный или групповой перелет самолетов, 10 самолетов, я начал готовить перелет в рамках, я начал готовить перелет в рамках АОП Украина за 3 месяца до перелета, то есть еще, грубо говоря, конец января. Перелет в Молдову, подготовка для 10 бортов заняла 3 месяца. Полностью. Получили разрешение в 19 часов 45 минут с молдавской стороны. Спасибо. В дополнение еще к плану.
Еще предложение от аэроклуба «Голос» аэроклуба «Одесса». Я прошу прощения, коллеги, буквально ремарка. Исходя из того, что округ Украина входит в состав общественного совета при госавиаадминистрации, я обращаюсь официально ко всем. У нас очень большие проблемы в законодательстве авиационном, регулирующем том или ином. Я очень прошу каждого, без разницы, члена ОПА, не члена ОПА, не нравится я, не нравится я, есть какой-то пункт, прописывается пункт, подготавливается или с чешского законодательства, или с польского, сравнительные таблицы, чем лучше, чем хуже. Потому что эти документы лягут на стол за с печатью головы громадской рады, пойдут чиновникам авиационным на стол. То есть мы с ними не в конфронтации. Они хотят работать, но мы должны с ними работать цивилизованно. Аргументированно и цивилизованно. Поэтому я обращаюсь к авиационному сообществу. Значит, одна минута от аэроклуба «Одесса». Ну, тут 4 голоса, поэтому потрачу еще несколько минут. Значит, первое. Ближайшее заседание совета АОК, должно пройти в 4 направлениях. Точнее, активно заняться 4 направлениями. Первое. Взаимодействие с госавиаслужбой. Это то, о чем сказал Геннадий Эдуардович. Есть возможность это напрямую, профессионально воздействовать. Есть умные люди в этой башне. Например, Гречка Александр Николаевич. Он сам летчик. Да, большой авиация. Но он летчик. И это уже радует. Есть Сима Виталий Михайлович, который здравомыслящий человек, который может решать и с пониманием относится. Это говорит о регистрации ЗПМ и изготовлении использования вопросов. Что необходимо? Это второе направление, которое необходимо. Это поддержать работу, которая была начата по предоставлении скидок действительным членам ООН. Людям, которые предъявляют грока на аэродроме, наша инициатива, также аэроклуба «Одесса», люди, которые предъявляют эту карту, будут получать скидки, мы определимся, ну, 10% тоже скидка. 15 минут. Мы не торгуемся, мы не напрямую. Но 10% принципиально возможно, почему нет? На все услуги, которые оказывают Валентин, Валя, Ульянович, пожалуйста. На все услуги, которые мы оказываем на аэродроме, спортивном аэродроме «Гидропорт». Надеемся, что нас также поддержат и другие владельцы аэродрома. Третье направление. Здесь перед вами находится журнал «Авиация общего назначения». Предложение к совету, чтобы в членские взносы входила подписка на этот журнал. Игра взаимовыгодная. Здесь зачастую, я не говорю всегда, но зачастую печатаются материалы, которые мы не знаем. Ну, стенку не пачкай, его открывают. Договорились. Значит, материалы, которые мы не знаем, они могут быть общедоступны и полезны. Плюс это трибуна для того, чтобы любой мог высказать свое мнение. Печатный орган. В свою очередь, своими средствами, которые мы, деньги небольшие, там 120 гривен в год, по-моему, подписка, мы поддерживаем этот журнал, даем возможность его издавать. Ребята, предложение такое, на совете, чтобы вопрос этот рассмотрелся, и, ну, реально это полезно. В конце концов, вот АХ-фестиваль, как мы написали, так оно с исправлениями и добавленными ошибками от них, оно было напечатано. И крайний вопрос. Необходимо упростить процедуру вступления в члены организации. Звучит эта организация АОПА как Aircraft Owner and Pilot
Association. Буква И. Не владельцы, и только владельцы и пилоты, а и владельцы, и пилоты. Поэтому предложение, которое необходимо принять, рассматривался этот вопрос на заседании совета, принималось решение об изменениях, просьба поддержать это также. Необходимо изменить правила участия в организации. Многие организации подобного рода прежде всего смотрят на тех людей, которые приходят, и видят их работу, например, год-два. Так, например, в ассоциации в Америке. Есть ассоциированные члены, или как они называются, то есть предварительное членство. Чтобы не получилось, проспект. Сегодня вполне возможно было бы, чтобы пришло 30 человек, приехало с наливайком, положили на стол пилотское, владение воздушным судном или доверенность, оплатили 500 гривен членских, 550 гривен членских взносов, зашли в этот зал и сегодня же переизбрали организацию. Грош цена этой организации, которая, простите, имеет такое малое количество членов. Ну и такое технически возможно легко. Именно с этой целью ассоциированное членство имеют многие общественные организации, которые нацелены и, ну скажем, такое слово в кавычках, заточены на взаимодействие с государственными органами власти. Все. Я считаю, что... Да. Ну, у меня ребята просто знакомые, я озвучу ему буквально их мысль. У нас есть такая категория, как парапланеристы, дельтапланеристы, это те, кому не дадут пилотского, потому что он стартует, сколько ему не нужно, там ничего, да, и ну, партизанские отряды их очень большие. Но, тем не менее, назвать их людьми, которые не летают, нельзя. Куда? Есть ответ. Обратите внимание, что сегодня право голоса и высказывание своего мнения имеет клуб парашютистов. Ведь основная цель парашютистов. Да, летает самолет, это всего лишь один пилот, который там летает. И если рассматривать, простите, два, действительно, два, по правилам должно быть на десантирование два. Но два человека, которые могли бы, как члены организации, иметь свой голос, да, а тут целая организация. Точно так же федерация парапланетизма. Наша, например, Одесская. Может вступить коллективным членом. Федерация сверхлегкой авиации СЛА, которая только что здесь сидела, ну не легкая в смысле формы, а легкая в смысле аппарата. Я имею в виду тряпочную авиацию, да? Тоже нет закрытых дверей. И обидно, что люди, глядя в открытый проем, бьются все равно в стену. Не понимаю, зачем. Национальная черта. Национальная особенность, да. Поэтому мы и приняли решение войти в ассоциацию не только как одним голосом обоим, да? Вы поймите, выходя лично я, тем не менее остается в ассоциации АОПа Украины, аэроклуб Одесса. Он остается, он будет работать, он будет платить членские взносы, он будет выполнять свои обязанности и поручения, которые будет давать совет. Но я призываю к тому, чтобы этот совет начал свою работу. Чтобы люди, которые получили этот квотум доверия, вы в частности, Геннадий Эдуардович, чтобы этот квотум доверия не профуткали на разговоры в курилке, а сделали реальное дело, которое можно было бы прочитать в журнале, положив на стол, советом сделанным. Чтобы можно было решить вопрос, где эта пачка вот, документов, которые были подготовлены, сделаны заранее и не доведены до логического завершения. А это все и есть та реальная работа, которая облегчать должна жизнь пилотам Украины. А еще хочу добавить, одним мазком. Полезные вещи, говорят многие, доводят до конечного результата некоторые. Громко кричат о том, что все, победа, все.
Одно дело пообещать жениться, как говорят в Одессе, другое дело жениться. Поэтому у нового состава совета, простите, шея в этот год должна быть намылена. Либо от тяжелой работы, либо под веревку. Выбор за вами. Спасибо за перспективу. Предложение, значит, если откровенно, хотелось бы, чтобы план работы был сверстан и доведен до общественности в написанном виде. На сайте РОЗ. Верно. Поэтому задание, которое я начал, с которого начал свое выступление, совету АОП, в ближайшие 2 недели сверстать это. Как вы это будете делать, не знаю. Сверстать план работы и вывесить этот план работы для обсуждения и дополнения на официальном сайте АОП. С учетом сегодняшних предложений. С учетом сегодняшних предложений. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Прошу пустить. Кто против? Воздержался? Единогласно. Переходим, переходим к вопросу разное. Перешел. 5 минут. Полминуты. По поводу освещения деятельности АОПа. Да, сайт АОПа существует, он есть, он был, но был не рабочим как таковым. То есть есть сегодня украинский электронный форум. К сожалению, так уж получилось, что разделились на 2 части, но большая часть людей читает украинский электронный форум. Договориться с администрацией украинского электронного форума и разместить баннер АОПы. Потому что кликать и искать АОПа где-то не совсем удобно. Большой баннер, на встречу, большой баннер АОПа, чтобы можно было быстренько его найти на сайте. То есть все, что связано было с АОПой, перевести под этот... Да, ну то есть хотя бы ссылка была удобна. Создать отдельную терра-инкогнито в виде АОПа, в которую заходят любой желающий и понимает, что он попадает туда, куда надо. Все, помните, украинский электронный форум или там любой электронный форум читает очень много, большое количество людей. Да. Но не многие ищут АОП конкретно. Поэтому да. Будет как на Реалу висело, да. То есть было бы очень удобно. Спасибо. Классно. И отдельную ветку на том же форуме, я прошу прощения, в дополнение, то есть все дублировать документы на сайте АОПа, точно так же в одной отдельно выделенной ветке на... У меня будет тогда ко всем просьба большая. Я не имею права официально, да, и не вступаю в юридию, не вступаю в дискуссии, это где там упоминания персональные, личные, оскорбительные и прочие вещи. У меня будет гражданская просьба ко всем людям при возможности просто осаживать хамов. Ну, таким образом я обратился уже к главному администратору владельцу сайта, эти сообщения оскорбительные, унизительные и прочие вещи, просто у них сажают. Но намного проще не реагировать. Это действительно абсолютно проще не реагировать на это. В конце концов, бабка или собака, извините, где-то в углу, но не обязательно хватать камень и лупить ее там, извини, или дубьем по голове. Да, еще есть... предварительно за ней побежать. Да, хочешь. Но зачем? Там останется. Раздразнить кого-то еще больше, потом еще. Не надо. Просто мы между собой, действительно, здравомыслящие люди должны договориться, ну, что не обращать на это внимание. Ну, самому кухню. Можно один, да, вопросик понять? Скажите, пожалуйста, сейчас есть документ, который право собственности на самолет подтверждает. Кто подтверждает? Договор купли-продажи не подтверждает. Договор купли-продажи по гражданскому кодексу, он юридически утверждает вашу сделку. А для того, чтобы вы могли, допустим, продать, вложить в банки. Еще раз, приказ 67 правил реестра, вы должны что говорить. Ну да, так 8, там четко договор про купли-продажи. Да, это в пределах нашего законодательства авиационного. А в пределах гражданского кодекса должен быть документ. Ну как у вас на автомобиль? Договор купли-продажи, это договор купли-продажи. А вот когда у вас свидетельство, технический паспорт, вот тогда вы владелец, он подтверждает ваше право. Я прошу, свидетельство не является подтверждением права властности. А то, если вы хотите заложить в банк, то банк всегда делает запрос департамента подтверждения. И департамент всегда подтверждает право власти. Я пробовал, допустим, свой самолет нотариально доверить. Так, я пробовал его нотариально за собой узаконить, да, допустим, писать
завещание, то ни один нотариус не берется, потому что говорит, что у тебя есть дозвел, это не является. Ну, ладно, после завещания интересный документ. Ну, просто можно это проблематика стоит в России, они решили очень сложным путем. Называется движимое имущество. Через регистрацию движимого имущества. Это огромнейшая сложная работа. Если мы сейчас делаем, то есть, ну, здесь нужно понимать, нужно ли нам это, если нужно, то по какой форме. Потому что регистрация имущества как движимое, и потом могут потребовать, дайте подтверждение вашего имущественных прав на эту вещь, на основании чего будут регистрировать воздушное судно, эта регистрация усложнится в 95 раз. А в России так и нет. Я, о чем я и говорю? Давайте мы подумаем, что может быть оставить для регистрации ту процедуру, которая есть, впадает в договор о купле-продаже, а рекомендовать, например, для пилота, рекомендовать следующее. Я хочу сказать буквально ремарку, я все-таки забыл сказать, что у нас есть договоренность с компанией Никитченко и партнеры о том, что с того момента, когда начали с нами работать, они начали изучать воздушное право, то есть авиационную специфику, и в рамках нашей организации можно обращаться специалистам за, ну, с вопросами, разъяснениями и прочими делами. Это как бы в дополнение. Я прошу прощения, что в конце сказал, мне просто у меня было написано, я не перевернул страницу. Я прошу прощения. То есть это на самом деле серьезно, потому что задавались вопросы, а есть ли специалисты, которые будут разбираются в авиационных законах. Компания начала этими вопросами заниматься на данный момент времени. И можно задавать вопросы. Виталию, мы закончим, вы возьмите его координаты. Прошу прощения. По поводу разных, по поводу фестиваля того же. Если можно, чтобы все подумали об этом самом, что там может представить для иностранцев, что интересного. Дело в том, что они в процессе хотелось бы привести полетная точка. Там, чтобы наши пилотировали, ну как, чем ты берешь полетная точка? Иностранцы не смогут этого, они смогут только улететь и прилететь. И полетали по Украине, раньше 10 километров дороги. Если бедно все нормально оформится, что не полетали. Но и для байкеров, и для всех, и для города, что сделать какое-то маленькое шоу с нашей стороны. Постараемся сделать, почему это распространено еще, постараемся, чтобы бензин был какой-то, чтобы можно вообще. Вот хотели бензин для чего? Например, Валера, вам нужно прилететь, ну есть самолет, да? Юра Валерка. Чтобы борты прилетели, да я полетаю за свое удовольствие. Вот для того, чтобы Юра прилетел, для того, чтобы Пичу прилетел, надо заправить самолеты в два конца и там дать. Поэтому мы ищем способ не для того, чтобы я взял свою тонну бензина, а для того, чтобы заправить эту тонну бензина под парнями, чтобы они прилетели. Ну и кто с байкером был спонсор и подарок, как-то вот попросило, если у нас этого не будет. Кстати, мне удавалось 3 года на перелетной опа спонсором дал «Нафтогаз», они давали по 3 тонны топлива. К сожалению, большому, я сейчас с ними обратился, они сказали, что они поддерживают иную ветвь в байкерство. Мы не можем это сделать. Ну, вот я говорю, прошу, обращаюсь к всем. Только... Еще кроме ваших 2 тем, в разном, кто-то хочет высказаться? Можно кофе? Это в разном значит. Абсолютно верно. Брейк кофе, да, согласен, после окончания ведения собрания. Все, закончили? Давай я кончу. Значит, порядка... Порядок денный собрания исчерпан. Есть ли еще какие-то замечания? Нет, только пожелания. Есть предложение на сегодня работу собрания, общего собрания ООП Украины закончить. Нет других предложений. Прошу голосовать. Кто за то, чтобы закончить работу собрания? За. Кто против? Воздержавшись. Принимается единогласно. Собрание окончено, господа. Вот мое заявление в Совет ООП о выходе из ООП Украины. Я прошу на ближайшем собрании рассмотреть ежемесячный срок для информирования о принятом решении. Какие будут замечания к председателю о проведении собрания?